это уже южная часть направления Донецкой дуги, о которой упоминали недель вакуума. Было немного данных о реальной ситуации на переднем краю. Картина здесь на месте, если честно, даже кажется аномальной. Под Волновахой от Хлебодаровки до Красной Поляны, а потом из Тарамлиновки, боев по сути не было. Уходили без боя. А если и были столкновения, то следов их крайне мало. Люди работают в садах и на фермах, будто ничего не случалось. Проехав 3 с лишним часа по не самым простым проселочным дорогам, выезжаем на самую село Любимовка, и это уже не Донецкая область. Ну так-то, Запорожская область. Здесь в Любимовке стоят подразделения, которые еще недавно были в самом пекле в Мариуполе. Левый берег, завод Ильича. Для многих сегодня это уже не пустые слова, а для них так тем более. Не просто было и здесь. Мы сами хотим как можно быстрее. Вы знаете, настоящие военные, они не воинственные. Это больше те люди, которые больше всего не хотят войны. Поэтому мы стараемся. Потому и хотим как можно быстрее продвинуться вперед, чтобы быстрее закончить все это, чтобы наконец-то стало тихо, чтобы все резервисты вернулись домой, кто хочет, кто там дальше будет армию строить. Пока силы Донецка формируют себя, от помощи из тыла отказываться, наверное, неправильно. Гуманитарка, хлеб, сигареты, вода и прочее разлетаются здесь, как горячие пирожки. Пока одни грузят, командир показывает трофеи. Калибра, как 155-й, который совершенно не существует в российской армии и в советской не существовал. Это чисто европейский, который постоянно бьет по нам. Мы его уже даже по звуку отличаем, когда он летит, и по осколкам. Есть захваченные такие, ну еще много было, джавелинов, инлавов. Вот тут представлены просто гранатометы одноразовые разных стран производителей, начиная от Голландии, Италии, Испании, американцев и так далее. НАТОвское оружие в немалой степени доставляло проблемы здесь. Бойцы получали ранения, отправлялись в госпиталь, но... Когда дети бегут, тебя обнимают. Таких случаев очень много. Бегут, обнимают твоего солдата. Ничего не просят взамен. Просто обнимают. Просто искренне. Да, я вот зашел в свою родную школу, здесь в соседнем селе. А там очень много детей, которые укрылись там. Я в нее зашел, я это прочувствовал, сплакать не стал, но это было очень приятно, гордо. Они ждали нас. Дмитрий Маслак, Кирилл Волков, Артем Величко, Егор Кузнецов, CGTN, Донбасс. Новые позиции на линии фронта.